такой вот, смотри, полотовать такие красивые. Смотри, ты не даже видишь. Где? А, вот. Я один сюда вошел. Или стоит он. Леночка, а где ты сейчас? Упс. Рилский монастырь. И где это? О, в какой стране? Болгария. Да? Вот все такое старинное. Пойдем, я тебе покажу. Вот колокол, мальчик спускается. Ну, совсем не мальчик. Вот, я хотела тебе возле павлина на колонне написано 1100. Ну, пошли, покажешь. 47-й год. Представляешь? Вот это? Да. Я еще таких цифр не видела. Обычно у нас там 1500, 1600, 1100. Ну, пойдем вот так по кругу, обойдем. Может быть, вот так? Пойдем, пойдем вперед. Вот так. Иди вперед. Это совсем неинтересно. Пока я не вижу монахов. Где ты их видишь? Вот такое здание. Это колокольня. Там сверху колокола, только с другой стороны. А вот и, конечно, не ахти, дождик пошел. Ну да. Повезло нам, такие деревянные. Красивые балконы такие, резные. Да? Значит, поближе. А вон твой дружок спускается. Внимание. Кошак местный. Видно тебе? Вот он спустился там с третьего этажа. Угу. Это самый большой в Болгарии монастырь, да? Ага. А вот тут мы маме покупали иконку такую на срезе, дерево красивую. Да? Да. Да. Опять мамульке привезем нож, она ж такой любит. Вот эти колокола. Угу. О, давай покажешь, на видео покажешь. Пошли к этому, к основному храму. Блин. Сюда. Вообще, это шикарно, там такие потолки. Да, вот везде фрески расписные. Которые в возрасте, сиденья. Получается голова. Это гиена огненная показана. Угу. А вот Божья Матерь.
В хорошем состоянии, да? Угу. Это яркие. Ну, это сильно. Ну, может, мне снять. Дальше я пройду сюда, до фонтанчика. А вот мой муж. Пеки. Фасоны, гиены, тигр, лефрат. Угу. Это церковь в середине. Сейчас святители, больницы. Здравствуйте, у меня сейчас свое тело. А вот это что такое? Это, не знаю, какие-то свыше имен какой-то, Андрей, Стукин, Григорий, Афанасий. А почему делаем? Ножки хочется. Да. А вот как попугая. Да? Красиво. Высота тут еще 100 метров. Класс, ага. Вот, смотри, 1135. Видишь? Да. Угу. Воздух 23 градуса. Лето. Плохое лето. Да, не очень хорошее. Все, выключай. Выключайте так как красно. Красно, да.